Нижегородцев Тимофей Леонтьевич родился в 1900 году в селе Чиганак, ныне Балашовского района Саратовской области, в семье крестьянина. Окончил 4 класса, был председателем колхоза городского сельсовета. На фронте с мая 1944 года. Стрелок 629-го стрелкового полка 69-й армии 1-го Белорусского фронта, рядовой Нижегородцев 23 июля 1944 года в бою за высоту 180 на правом берегу реки Западный Буг из личного оружия сразил 5 гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю. Награжден орденом славы 3-й степени. 14 января 1945 года ефрейтор Нижегородцев при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла первым ворвался в траншею противника. Из автомата расстрелял 4 гитлеровцев, 3 взял в плен. Награжден орденом славы 2-й степени. 18 апреля 1945 года в бою за овладение железнодорожной станцией Тимофей Леонтьевич гранатами подавил огневую точку противника, оборудованную в подвальном помещении, чем способствовал выполнению боевой задачи полка. Награжден орденом славы 1-й степени. В мае 1945 года пропал без вести. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а также орденом Красного Знамени. Его имя носит одна из улиц села Городок Минусинского района Красноярского края.